О, этот свет, что бьет мне так в глаза. Здорово, Гармоник, с вами Джейсон Галтру Манигеймс. Продолжаем прохождение Вилбезин 2. Не нравится мне этот храм, черт побери. Ничего хорошего он нам не сулит. Но здесь растут цветы прямо из гроба, черт побери. Так, подождите, там еще один цветочек. Как я мог его пропустить? Дается мне, надо будет что-то покрутить, повертеть, чтобы составить знак этого темного братства или что, чтобы оно там не значило. Определенно сейчас, типа, суперлогически сложная задача, которую нам не решить никогда просто так. Всего есть 4 рычага. Не совпадает, я боюсь. Похоже на правду. О! Здесь не все так просто, как хотелось бы. Вообще зашквар. Сейчас у нас совпадает нечто. Нечто совпадает, но другое нечто может не совпасть. Так. Еще разок. Ну так вообще не бьется. Ладно, более-менее похоже. И полилась кровь. Конечно, конечно, кровь полилась. Что же еще вы ожидали? Яблочный пунш? Нет, конечно же, это кровь. Море крови полилось. И залило все. И только после того, как кровь залила все, нам открылись врата. Врата куда? Да прямиком в ад, конечно же. Что еще может предложить нам Evil Within? Все, темный властелин доволен. Можно спускаться. Так, все ниже, ниже, ниже. Почему-то Севастьян никак не комментирует происходящее, что меня немножко смущает. И все в огне. Себастьян Кастелланос, наконец-то ты пришел. Я тебя ждал. Ты еще кто такой? Верные зовут меня отцом Теодором. Надеюсь, что и ты будешь, мой друг. Очередной псих с комплексом Бога, да? Одного я уже сегодня убил. Ну, конечно, убил.
Только так ты и решаешь все свои проблемы. Угрозами и грубой силой. И куда тебя это привело? В ад, который ты создал сам. Опусти оружие. Хоть раз пусти в ход мозг, а не кулаки. У нас одна цель, Себастьян. Поможем друг другу. Иди со мной. Ты снова будешь вместе с дочкой. Но у меня будет сила ядра. Я уже знаю, у кого Лили. Да. И Мира ее так просто не отдаст. Что? Где они? Хотел бы я рассказать. Но ты пока не готов. Ты признаешь меня своим пастырем, и тогда я разделю с тобой знания. А ну выкладывай, где она? Прими мое предложение. Я помогу тебе уйти от собственной тьмы. Я приведу тебя к Лили. Ну уж нет, ты мне не пастырь. Как скажешь. Тебе столько боли. Прошлое ни на секунду тебя не отпускает. Я показал тебе путь сюда. Пойми, я здесь, чтобы тебе помочь. Возвращайся ко мне добровольно. Тогда мы станем друг другу теми, кем должны быть. Не врагами, не союзниками. А пока прощай, Себастьян. Подожди. Ути, кто проснулся. Наконец-то. Ну, помоги, что ли? Стрелять-то хоть умеешь? Блин, дай мне такой ствол, я тебе помогу с удовольствием. А чё их так ни хрена-то немало? Стреляй, пока не перебьем или патроны не кончатся. Я понял тебя, где ты там, чё там? Что тут вообще творится? Потом объясню, пока наша задача ноги унести. Жри свинец, урод долбаныч. Пойдёшься, урод. А можно мне что тоже такой пуха? Я уже и не считаю. Набери припасов, пока можешь. Я слышу, еще идут. Ладно, но потом ты мне все расскажешь. Давай, где они? Где? Где, блин, лезут? Ты что, издеваешься надо мной? Черт, они повсюду! Не дай им себя окружить! Не вставай. Слышишь?
Слышу. Это за звуки. Это звуки, дерьмовые звуки. Что это за твари? Да какая разница, вали! Ты тоже молодцом. Жри свинец, урод долбанный. Вроде это все. Да ладно, ура тебе, господи ты. Пошли, надо убираться отсюда. Сейчас патронов наберу и сразу уберемся отсюда. Так, как раз подхилюсь и заберу аптечку. А этих ты тоже всех убила сама прям? Спасибо. Вряд ли я бы в одиночку отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян. Знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Как я здесь оказался? Кто ты такая? Нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. А ты же не из группы. Идем. Про тебя мне никто не сообщал. Это странно. Не внушает доверия. И внушает подозрения. Я готов, погнали. Постарайся не шуметь. Тут могут быть еще твари. Откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман? Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди, план провалился. Я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили. И начисто уничтожить Мёбиус. Погоди секунду. Что такое? Черт. Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь. Пошли. Куда идем? Веди. Детка. Кустами, кустами. Погоди, постой. Этот план. Кидман ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. А-а-а, Кидман двойной агент, да? Короче, один поднимает, другой пролезает. Ясно, я только... Подлезай! О, ты как? Дай помогу. Да пролезай уже, пока на башку не уронила. Окей, держу. Спасибо. Мощь, баба! Что, старичок, отдохнуть надо? Да ладно, не такой уж я и старый. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мёбиус. Вообще, это твоя жена планировала. Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мёбиуса. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорви. Помолчи, Торрес. Ты знаешь, тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. Я пошла сюда за ней. Я не понимаю, зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них. И поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт. В голове не укладывается. Да уж. Но давай не будем отвлекаться. Надо туда забраться. Поможешь? Да, конечно. Готово? 1, 2, 3, оп! Держись, я страхую. Да-да, порядок. Так, а эй, мне? Ты про меня забыла, что ли? Скинь мне что-нибудь. Что? Думал, я тебя тут брошу.
Вот этот прыжок, сам Джордан бы позавидовал. Теперь ты часть плана. Ах, план. Ну да. Кто еще участвует в этом маленьком заговоре? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Отец Теодор? Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить Миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мёбиусом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Ничего не бывает просто. И все пошло к чертям, как это обычно бывает, и... Что за выстрел? О, нет. Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Я вижу дым. И что? Быстро, за мной. Это еще кто? Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано. Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь красный флаг за тем домом? Вижу. Так вот, вход в убежище там. Ясно. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся. Да уж, слушай, я уже с таким... Подстрахуешь меня? Если они горят, держись подальше. А если не горят? Ну вот этот парень не горит. А вот теперь он горит. А почему он загорелся? Он чувствует наше присутствие или что? А сейчас он не горит. Одного минусанули, допустим. Я думаю, что с парнем, который с огнеметом, так-то не прокатит. О-о-о-о, вышел такой красавчик. Эх, чуть-чуть не успел. Сейчас он погаснет, погоди. Оп. Чтобы потом не было, знаете, неприятных сюрпризов. Мы сейчас обойдем их. Твою мать, да? Загорелся он именно в этот момент. Да ты чё дерёшься-то?
Ну так бы сразу, ё-моё. Тора сразу начинает открывать огонь. Я это, конечно, учел. Бедный, бедный парень. Так, здесь был какой-то ужасно страшный мужик с огнеметом. Здесь все сгорели. Нет, нет, он загорелся. Фак, 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 фак. Но как бы ее он не видит. Она человек-невидимка и может спрятаться рядом с горячим зданием. Для нее это не проблема. Я, конечно, могу только ей позавидовать. А там их двое, и они молятся на знак. Только не загорайся. Нет. Зачем же ты загорелся? Я просил тебя не загораться, а ты загорелся. Так, ну здесь можно будет одного зарезать, конечно, а вот второго уже не зарежешь. Ты, твою мать, опять. А, отвали. Все? Мы успокоились теперь уже. Ну, я счастлив. Так. Окей, Торрес, что дальше? Давай, может, сломаем это? Это дерьмо. Мне не нравится это обозначение. Либо нам пройти сюда, и здесь мы не сможем пройти, да, скорее всего. Либо нам пройти чуть дальше. Потому что там значок на доме о том, который гласит о том, что нам нужно туда попасть. Улучшен для снайперской винтовки подсумок. В туалет мне не надо. Ну, собственно, мы добрались уже до нужной нам точки. А вот и вход в убежище. Ну да, такой незаметный, такой маленький вход в убежище. Ну, можно и так, конечно. Хотя я надеялась действовать немного потише. Да мы достаточно тихо с тобой прошли, ты чё? Ну, пришлось, конечно, немножко побабахать. Ну, совсем чуть-чуть. Так, ну показывай, где тут у тебя берлога твоя. Дома стены помогают. Ну и в убежище тоже. Ты только не пугайся, когда увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну, пока я не установлю запал. Я почему-то так и подумал. И что нам делать с Теодором? Я не знаю. Он ненормальный. Его обиталище просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да. Но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мира скрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его... Может, Мира придет в себя, и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да. Но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер. Себастьян, где ты был? Нашел Стефана? Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили?
Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. Ну, а что плохо? А плохо то, что кое-кто посильнее Стефана тоже рвется к власти. И для этого ему нужна Лилия. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Он так красиво говорит. Черт. Думаю, я знаю, о ком ты. Я отправлю кое-что полезное тебе в кабинет. Держи меня в курсе. Я всегда помогу. Я знаю. Я доверяю тебе. Ладно. Вернемся к нашим делам. Нахрен на же я тогда... О, а, Онил, как дела? Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Кажись... Держи наготове оружие и взрывчатку. Настигли нашего Онила. Мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да, в той комнате есть компьютер Мёбиуса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись, Торрес. А то. Удачи, Себастьян. Спасибо, детка. Глава 11. Воссоединение. Криоболт. Дневник Торрес. Здесь есть кофеварка, я использовал аптечку, черт побери. Зачем? Для чего? Ладно, попью тогда кофе. Полон сил и здоровья. Так, окей. То есть вы мне предлагаете сейчас пройти через сеть? Правильно я понимаю? Нет, неправильно я понимаю. В какой-то соседней комнате должен быть компьютер. Прямо здесь. Здесь у нас улучшайзеры. Заходим. В кабинете для нас что-то оставили. Полезное, наверное, досье. И не только. Слайд. Так, вот. Этот ублюдок сумел влезть в самую сердцевину плана, чтобы обернуть все в свою пользу. По его почерку сразу видно, что он психопат. Бог ты мой. Такое ощущение, что это писал сам Зодиак. Так. Это внушает надежду. Похоже, ему не всех удалось обмануть. Но все равно надо быть поосторожней. Он многих успел оболванить и отправить в STEM. Охотится на души, потерявших надежду, притворяясь, что у него есть ключи от счастья. Я начинаю понимать, как он действует. Классический такой манипулятор. Духовный, основываясь лидер и проповедник. На людских страхах и слабостях. Все поверили, будто он на их стороне. С виду казался хорошим человеком. И казался чертовым психом. Ну и это все. Все, что якобы нам должно помочь. Мяу. Когда я еще был молодым, я бегал с Кидман в припрыжку. Тогда все было круто, да? Детектив Кастелланос, рада снова встретиться. Ключей у меня, по-моему, нету, к сожалению. Нет у меня ключей. А вот гель у меня есть. Ничего плохого. Но нельзя избегать боя бесконечно.
Возможно, стоит подумать об улучшении своих боевых навыков. Восстановление предсмертного состояния. Прокачаю себе побольше на 200%, чтобы стараться не умирать. Так, и на верстаке улучшение оружия. Хотел повысить криты до невозможных 60%. Урон на 200. Будем качать, 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 качать. Потому что пистолет — это наше все. Можно отсюда теперь выходить. И нырять в сеть. Так, в сети, ладно. Как всегда, небезопасно. Будем надеяться, что сеть на месте. Возвращаюсь к Нилу, но я думаю, у Нила там все же порвали, не удалось ему отсидеться. И, возможно, Теодор его нашел и прикончил. Здесь тоже нас балуют припасами пока что. Конденсатор. Используется для создания полезных предметов. Хорошо. Ага, по нагрузке будем распределяться опять. С первого раза. Ха! Прикольно. А как мы видим, здесь уже все расставлено. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут поблизости убежище Хоффман. Надо к ней за... Сайкс? О, боже. Еще один из группы мертв. Жалко Сайкса. Послушать его. Нужно было помочь. А, то есть я допник не выполнил, и он погиб. Сайкса грохнули. И теперь он мне уже не поможет открыть все мои эти лут-кейсы, которые, ну, можно было собрать там где-то на территориях этого самого, как его, города, в общем, нашего. Как-то здесь очень много трупов. Так ощущение, как будто он жив. Эту штуку можно подвинуть. И набрать здесь всяких полезностей. Ну, не то чтобы много, но лучше, чем ничего. Блин, жалко Сайкс, прям не успел парень пожить. На самом деле, если выполнить тот допник, кстати, вот если посмотреть так по заданиям, наверное, они уже недоступны. Да. Просто стоит крестик. Можно было бы получить какую-нибудь альтернативную, возможную концовку, ну или что-то подобное. Кто бы об этом нас предупредил? Хоффман, ты здесь? Эй, Хоффман. Еще один сигнал. Что здесь случилось? Как мой коммуникатор получает твой сигнал? Ладно, это не важно. Где
Где ты? Что? Это ж на другом конце лаборатории. Закрытая зона. Нам запрещено туда ходить. У нас нет допуска. Как ты? Ладно, я поняла. Да, встретимся там. Будь осторожней. Но она вроде не глупая девка-то. Данил оставил убежище и ушел в запретную зону сети. Ушла. И похоже на него. На нее.